привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 11-го каталога, посмотрим с вами новиночки, посмотрим, что будем брать, много очень хороших цен, итак, поехали. Сразу на обложке, на развороте моя практически любимая помада Faberlic, это жидкая матовая помада, на нее особенной скидки большой не будет, 399 рублей, но она классная. Со скидкой консультанта 300 с небольшим, это ну, для такой помады, такого качества, это очень хорошая цена. 29 июля отмечаем день помады, поэтому тут прям по помадкам, сейчас расскажу вам еще какие у меня любимые. Палетка наливных помад не брала, но девочки прям очень раскритиковали, сказали, что и не стоит даже брать. Блески не люблю, к ним все липнет. Faberlic. А вот это гибридное масло для губ брала, действительно классное. Что у нас еще есть помадок? Velvet Kiss тоже нравится очень. Она полуматовая, но написано, но больше матовая. Нет такого блеска сатинового на губах. Она прям матовой смотрится. И она действительно классная, она действительно стойкая, супер. Hydra Lips тоже очень нравится. Вот кто не любит матовые помады, можно присмотреться к этой. Это очень насыщенная пигментация и текстура, как у бальзамчика для губ. Классная помадка, но не растекается при всем при этом. В 11-м каталоге мы начнем с вами тратить купоны. У многих был вопрос, как их потратить. Вот эти бумажки, что вам пришли, можете смело выкидывать, если только вы не консультант и не раздаете их своим клиентам, да. Мы заходим в личный кабинет, выбираем, нажимаем на человечка вверху, и там у нас будет купоны и еще что-то, такая графа, да, нажимаем, заходим туда, и там у нас будут купончики, они пока не активны, сейчас мы их активировать не можем, но с понедельника уже все, мы заходим, нажимаем, активируем их, мы можем их кому-то подарить, если я не ошибаюсь, обычно у нас так всегда бывает с этими купонами, то есть своей структуре девочкам кому-то передать, может, вы их не хотите тратить, вам не надо, я обычно в основном все отдаю, предлагаю, пересылаю по мессенджеру, и девчонки их активируют, сами и пользуются. Посмотрим, можно ли будет так. Я не читала, если честно. В общем, нажимаем активировать, и из предложенных товаров, там потом будет список, какие товары, по какому купону можно выбрать, да, там же в этом разделе мы с вами открываем этот список, и все, и мы видим, что мы можем взять уже со скидкой, да. Купонов много, купоны у всех разные, поэтому здорово. Так, смотрим дальше. У нас здесь новинок немного, поэтому будем затариваться любимчиками. Хотя бы того химии уже набрали все, да. Я, наверное, еще возьму пачечку матирующих салфеток, потому что они нереально крутецкие. Очень люблю. И скраб вот этот мне тоже нравится. Сейчас использую уже вторую баночку, прям с превеликим удовольствием. На туши будет хорошая цена. Сейчас расскажу про свои любимые. Мисс Кёрл. Обалденная. Это просто лимитированная упаковочка такого цвета. А так она такая же, как вот эта черная. Я пользовалась и коричневой, и черной. Они обалденные, просто обалденные. У них силиконовая щетка, а вот нам нарисовали, вот такая чуть-чуть изогнутая, можно и хорошо удлинить, и создать легкий объем, и разделить, никаких паучьих лапок, все отлично. Вот это одна из любимых моих тушей, но сейчас на постоянной основе пользуюсь тушью First Class, после нее ресницы вообще космические. Действительно, эффект лисий в глаз, действительно здорово подкручивает, удлиняет, создает объем. Я пользуюсь в артикуле 53-72 коричневым уже полгода, наверное, точно, и менять не собираюсь. Если не выпустят какую-то новинку, будем, конечно, пробовать с вами новинки. По тональному средству многие девочки тоже спрашивают на лето, что взять. Я тональниками летом не пользуюсь, но мне идеально на любое время года подходит тушь Кушон, потому что он матирующий, девчонки, что вот этот, что ICU, то есть после него матовый такой эффект. Я его на лице не вижу, многие тональные кремы Faberlic я на лице вижу, этот я на лице не вижу после использования, и он достаточно хорошо перекрывает недостатки, поэтому я обладательницам жирной кожи и вообще на летнее время года всегда его советую. Лучше средства еще пока я не знаю. Классный карандаш будет со скидкой для экспресс-ухода за кутикулой. Он обалденный. Вот он лежит, девчонки. Я перед видео кутикулу обрабатываю, но чтобы она выглядела презентабельно. И вообще периодически обрабатываю, да. Карандаш обалденный. Вот с таким вот носиком сразу моментально кутикула преображается, становится увлажненной, ровненькой, гладенькой. За 299 рублей плюс скидка консультанта надо будет взять себе в запас. По ресницам есть отдельные видео. Клей не берите. Я не знаю, ну, может быть, уже берите. Может быть, эту партию уже, на которую многие консультанты, надеюсь, написали, пожаловались в обратную связь и вернули эти ресницы. Обратная связь уже не будет отсылать, да, а так клей приходит бракованный, сухой. Некоторым девчонкам повезло, им приходит нормальный. Многим, я знаю, пришел сухой, который использовать нельзя. Ресницы сами очень шикарные, и те, и другие. Мне больше понравились вот эти вторые, которые в каталоге под цифрой 1. А вообще они и те обалденные. Просто смотрятся натурально, смотрятся шикарно. Поэтому, кто любит такое дело, я прям вам очень рекомендую. Серия гиалуронка. Пока сделаю небольшую паузу. Сейчас заканчиваю ночной, дневной крем и концентрат.
остался у меня еще тоник, мицеллярку тоже закончила. У меня эту серию кожа просто съедает, она в диком восторге, но имейте в виду, у некоторых могут подкожники вылезать из-за такой концентрации гиалуронки, и в составе есть еще некоторые такие вещества, но эффект обалденный, кожа упругая, кожа свежая, подтянутая, молодая, ну не знаю, обалденная серия, и стоит она в каталоге так бюджетно, вообще мне так она нравится, я прям вот сейчас сделаю перерыв, а потом, если опять куча новинок не будет, ее обязательно возьму. Так, поехали дальше. Что у нас интересно? Global Oxygen тоже прекрасно подходит на летнее время года, на теплое время года. И пенка, и все, и вся эта серия тоже вызывает у меня только восторг. Какой можно взять крем? Крем можно взять дневной крем для лица из серии Кислородный баланс. Он у нас матирующий, поэтому идеально подойдет обладательницам жирной кожи. Я постоянно стараюсь из каталога в каталог вот это все вот на этом внимание акцентировать, и все равно вопросы возникают. Новенькие маски, еще две. Смотрите, будем брать пробовать. По этим пока ничего не могу сказать. Руки так до них не дошли, а так обязательно отсниму в обзоре, во влоге, в каком-нибудь и расскажу про эффект. Детокс, легкость и антивозрастная молодость. Здорово. Будем пробовать. Может быть, что-то и поменялось, и теперь они стали более-менее. Но некоторые любили и старые маски. Мне они не нравились совсем. Прям вот вообще никакого эффекта и только один негатив. По парфюмерии мы с вами уже много раз разговаривали, какая подходит на лето и так далее, поэтому на ней останавливаться долго не буду. И ролик в Дзене либо уже вышел, либо на днях выйдет. Сделала подборочку ароматов летних. Именно вот прям женскую подборочку летних ароматов. Вот по этой маске, девчонки, много чего есть сказать. В прошлом заказе она у меня была по срокам годности. Вот, да, особенно рекомендую для жирных и склонных к появлению перхоти волос. Да, для жирных она прям будет идеальна, если у вас быстро пачкаются корни волос, то есть становятся жирными, да, и сама структура такая, кожа головы быстро жирнится. Это ваша маска однозначно. Я сделала эту маску, мы вышли на улицу гулять, и я чувствую вонь, вот реальную вонь, я не пойму откуда. Я подумала, что опять нам кошки коляску пометили в подъезде. Нет, я понюхала это от моих волос, вонь. Я сделала эту маску, посушила волосы феном, напитала волосы еще предварительно маслами, посушила волосы феном, и вонь такая, это жуть просто, девчонки. А вот перед покраской волосы хорошо почистить цвет, да, чтобы краска лучше, ровнее легла, тоже вот эту масочку можно. Они жутко укладывались, они очень непослушные были. Но объем, дольше чистота волос, это однозначно. Однозначно, если у вас жирные волосы, да, в любом другом случае рекомендовать ее никак не могу, потому что она воняет. Дала подружке понюхать, она сказала, чем-то морским, пахнет с глиной, для меня это прям была очень неприятная вонь. Поэтому вот так, очень волосы пересушивает, они прям такие у меня, ну, как солома, если у вас волосы пожженные, убитые, не берите эту маску никогда, если только, вот знаете, на кожу головы ее, на волосы, на кончики не распределяйте, а если у вас волосы жирные, то это будет ваша любимая маска наверняка, но вот про эту вонь я прям не знаю, как ее потом выводить, потому что она меня сопровождала 2 дня, и это было как-то жутковато, хотя гуляли, хотя сверху еще легло масло, но все равно. Бальзам для стоп гладкие пяточки у меня в запасе еще много, и вот такой большой объем очень удобен. Винотоника тоже набрала, сейчас летом без него вообще никак, это просто спасение. Прокладки тоже есть запас. Смотрите, дневные и ночные 199, но еще, скорее всего, конечно, за такую цену возьму. А ночные я обожаю, они огромные, с ними не протечешь. Вообще, жидкое мыло с хлоргексидином надо взять. 199 рублей, мне очень нравится им, допустим. Обрабатывать, постирать быстренько, без машинки еще, когда там слюнявчик. Да, в раковине. А коврик для мытья посуды тоже каждый день стирать не будешь. А мылом с хлоргексидином так сполоснул в раковине, просушил все. А протереть столик Крестюшкин, да, за которым она кушает, стульчик для кормления. А в этом плане мне очень понравилось. Кисти с ним мыть великолепно, спонжики и так далее. Обеззараживает, потому что еще поэтому вот все время забываю его перезаказать. Предыдущее кончилось и забываю. Прям вот надо вспомнить, записать себе где-нибудь, чтобы не забыть. Это у нас с вами бьюти-кафе. Ляклен. Цены, кстати, в этом каталоге очень адекватные. Намного цена снизилась, поэтому будем брать любимые продукты, радоваться. Это на самом деле круто. Из БАДов пока что буду брать, не знаю. Вроде уже все, что можно, пропила и допиваю. Новенького, по-моему, у нас ничего с вами не появляется. Да? Про круг во влоге в предыдущем все сказала. Про обруч массажный. Посмотрите, кто не смотрел.
в самом конце, там прям про обруч. Кетчуп надо взять будет, тоже цена нормальная. В магазинах все подорожало, и цены Фаберлик кажутся вообще крутыми. Тем более, это твой личный магазин, и все отлично. Про ножи. Спрашивали девчонки, у меня вот такой универсальный под циферкой 3. Вы знаете, мы ни разу его еще не точили, он в отличном состоянии, но не в идеальном, какой пришел. Потому что первые 2 дня он у меня резал вот так помидорчик, знаете, как в лучших рекламах. То есть вот так только прикасаешься, и все. А потом я, когда уже резала помидоры, уже такого эффекта нет. Но, тем не менее, он острый, он не затупился, еще не точили ни разу. Надеюсь, прослужит долго. Там достаточно тяжелое такое толстое лезвие, хорошее, добротное, все здорово. Посуду эту обожаю, много раз вам рассказывала. У меня стилистика кухни, сейчас мы делаем ремонт, тоже в таких оттенках. Поэтому я прям буду потихонечку себе все набирать, собирать коллекцию. У меня уже достаточно ее много. Так, какие цены у нас с вами на бытовую химию? Мы посмотрим ради интереса, но покупать не будем, потому что мы с вами все набрали на распродаже. Где порошочек был? За 300 рублей. Где за 250 рублей были отбеливатели, пятновыводители. Поэтому, я думаю, многие в этом каталоге пройдут мимо. Прям вот мимо-мимо. И срезали мы те посуды, и все набрали по хорошей цене. Вот это мое любимое средство зелененькое тоже взяла в запас, кто обзор не видел. И мыло для кухни. У нас новинки где-то в конце, по-моему, были. Я уже несколько раз смотрела каталог. Я люблю это дело. Туалетная бумага вообще супер класс. 149 рублей. Но рублей 100 с копейками будет стоить пачка. Я набрала себе тоже много в запас по распродаже. Еще дешевле, где-то по 80 рублей она там выходила. Поэтому шикарно, шикарно, замечательно. Пользуемся ей пока. Без сухой. Вообще сухой уже такой обычной в доме нет. Я довольно безумно. Мне нравится то, что ее можно смывать и так далее. По этой серии, как бы, ну, ничего не могу сказать плохого и ничего не могу сказать хорошего. Пробовала вот эти влажные салфетки удалять пятна. А когда Крестюша, помню, нектарин раздавила на коврике, да, вот это все хорошо справляются, кстати. У меня мое животное, оно чистоплодное, поэтому вот в плане там запахов или пятен от животного проверить не получается. Но я этими средствами пользуюсь. И вот пятновыводитель в флаконе, который тоже как-нибудь его обязательно постараюсь использовать. Ну, попробую с ним пятна вывести, что ли. Какие-то, да. Здесь у нас одежда, лучшие цены на серию лета, они действительно лучшие. Потому что я брала... Хотя нет, крем для детей солнцезащитный так и остался по такой бешеной цене. Прям просто бешеный. Бонжорно гели для душа 135 рублей. Нормально. Можно запасаться, они все классные. Биосье вообще в эту сторону смотреть не хочу даже. После бракованных освежителей, да. Ну, ботаника, она всегда по хорошим ценам у нас. Вот эти маски не советую ни по какой цене, потому что бесполезные, эффекта не вижу. И блески, которые у них есть, везде потом забиваются. Их отмыть от лица вообще практически нереально. Слушайте, по-моему, вообще нет новинки, если я не ошибаюсь. Мне кажется, я что-то видела. Если я что-то пропустила, напишите мне, когда в предыдущий раз смотрела. Вот эти тени, это просто великолепие. У меня оттенок жемчужный. Он самый крутой, 5783. Вот этот вот светленький, он вообще шикарный. Самый нижний, да? Так, еще какие у меня оттенки. У меня есть оттенок розовое золото. 5784 тоже шикарный. И гранатовый. Он ярче, чем в каталоге, гораздо ярче и темнее. Он классно, они классно тушуются, они классно ложатся и плотненьким слоем, и легеньким. Жемчужный можно использовать как хайлайтер, как угодно. Вот эти три оттенка, самые мои любимые, они ходовые, я ими пользуюсь. Кто-то в комментариях просто спрашивал, какие у вас тени. Я, естественно, не побегу искать артикулы, говорить. Вот я вам в обзоре каталога все рассказываю, на все ваши вопросы отвечаю. Да, малышки по классной цене, Рената. Угу. Здесь у нас уже подготовка к школе идет полным ходом. Кстати, рюкзак вообще за копейки, но не знаю, насколько он соответствует нормам, насколько ортопедический. Он, мне кажется, какой-то маленький, потому что наш учебник по математике, по английскому, мне кажется, сюда не влезет. Поэтому мы уже рюкзак заказали на Озоне новенький. Туфельки. Да, у нас здесь нет новинок, девчонки. Вроде я не пропустила. И снова подарок новичкам будет 500 рублей. Это круто, это здорово, деньги сейчас, они актуальны, приятны. Поэтому, кто не зарегистрировался, ссылка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться, буду вам помогать. Ну, на этом все, мои хорошие, всех люблю, целую, всем пока-пока.